самый прикол в том, что вот выезжая уже в депо проехал, буквально вот мы сейчас вот только проехал локомотивное депо, здесь развернуться больше негде. Сейчас мы поедем, посмотрим, где можно развернуться первый разворот. Я сейчас покажу. Здесь только с применением прилегающей территории, соответственно, только если ты уйдешь направо, здесь на этом перекрестке, там развернешься и поедешь в обратном направлении. Здесь на перекрестке разворачиваться запрещено, движение прямо сверху. Знак стоит. Разгоняем машину. До 60. Здесь везде сплошная линия разметки. Здесь тоже, видишь, движение налево есть. Обман. Здесь его нет. Просто нет и все. Только прямо. Даже с прилегающей территории они все поворачивают направо. Здесь тоже только на прямо. Ну, можно развернуться по развязке, уйти направо. Это надо было сейчас уже делать, но с третьего ряда не пойдем. Вот. Красный впереди горит. Тоже не развернешься. Ты разгоняй, разгоняй автомобиль. Так что если на экзамене тебе скажут, выбери место для разворота, ты будешь ехать в эту сторону и проедешь уже локомотивное депо, это после, блин, что там, ДСА было, где ЖД переезд мы сейчас проезжали, и следующая остановка локомотивное депо. Вот ты его проехал, все, разворот здесь, тут нет. Так что можно ехать смело, вообще не париться. Либо уйти по развязке на первую микраху, там развернуться. Там надо будет съехать на... Съехать, короче. Это надо показывать, как тяжело. Вот. Здесь очень легко скорость превысить. Потому что местности нет. Трасса широкая, и получается скорость не чувствуется. Едешь вроде медленно, так кажется. Пытаешься ехать за всеми, а ребята-то что? Да, ребята-то уже сдали и не парятся. Да, 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 да. Вот с тобой будем сейчас разворачиваться. Разгоняй машину, разгоняй до 60. Наша полоса вторая здесь. Хоть у ребят висит уступи дорогу, вот джип выезжает, но он уступает кому дорогу, когда будет перестраиваться. Но я смотрю, что он не перестраивается, ему уступать некому. А вот если бы мы хотели бы в его полосу, мы ему должны уступить дорогу. Ты давай загоняй их, загоняй. Они во второй ряд, так нельзя вообще выезжать. Че их пропускал? Я что-то засмотрелся, задумался. Они должны были в первый ряд поворачивать. А они же прямо во второй. Мы разворачиваемся, значит, мы вот по своей полосе так и двигаемся. Вдоль отбойника. Пешеходника нет, тормозить здесь пешеход. У нас как бы своя полоса для выезда есть, вон даже она сплошная. Вот. А теперь при перестроении ты пропускаешь все автомобили. Газуй, ты сначала разгони машину, в общем потоке держись. Правый поворотник включай. Газуй, газуй, газуй.
Вот. Вот мы с тобой развернулись. Теперь поехали опять влево. Уходи на развязку. Влево уходи.